До половины аварий в прошлом году в Уфе могли произойти из-за плохой уборки снега на дорогах. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции. Среди сопутствующих факторов, приведших к ДТП, сотрудники ГИБДД отмечают несвоевременную очистку от снега и наледи проезжей части, плохую различимость разметки, отсутствие дорожных знаков или пешеходных ограждений в необходимых местах. Тем не менее, подчеркивают в ГИБДД столицы, основная вина лежит на самих водителях. Основной причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий становится из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения. Например, выезд на полосу встречного движения, да, несоблюдение очередности проезда перекрестка, выезд на запрещающий сигнал светофора, а также не предоставление преимущества в движении пешеходам. В прошлом году из-за неудовлетворительного содержания дорожной сети в Уфе были оштрафованы 60 должностных и 26 юридических лиц. По решению суда на них наложены штрафы, сумма которых рассчитывается в каждом случае индивидуально. В 2021 году в Уфе зарегистрировали более 1500 ДТП с пострадавшими. Погибли 44 человека, почти 2000 получили различные травмы.